Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. И сегодня мы играем с одним администратором этого сервера, Саней. Здравствуйте. Да, ну я думаю, его все знают. И, в принципе, что будем делать в этой серии? Ну, у тебя дом есть? Вообще тут построен? Ну, там, да, так украл этот покицентр у кого-то. Хочешь посмотреть? Давай. Я тебе потом свой покажу. Окей. Так, ты пишешь кал, не? А, да-да-да. Чё-то я стою, туплю. Во, всё. Во. Кстати, пошли тебе новую там инновацию. Мы новый мод добавили классный. Пойдем покажем. Угу, такой покелут. Да, видел уже, да? Блин, чё это? Ну, ещё не находил, но... Ну вот, у меня прямо возле дома была такая фигулька. Вот, смотри. Забегай мне, видишь там мастербол? Ни хрена себе. Вот, короче, на него нажимаешь, и нужно какой-то предмет выпасть. О! Видишь? И, короче, он так сколько-то раз в час выпадает. Поднимай, поднимай, это шапка на покемона. В смысле... Да я помню, в старой версии покелута были, как бы, вот, валяется на земле один покебол, да? Ты приходишь, забираешь, и все, он пропадает. Ну, я не знаю, а может, тут, типа, тут каждый час панится? Ну, я не знаю, может, это магия. Попробуй еще раз по нему тыкнуть. Не выпадает, да? Ну, пишет, что попробуйте позже. А, ну вот оно, в общем, через время, то есть такая гробница для мастербола. Это круто. Довольно-таки. Бывают эти полезные вещи выпадают. Если раз в час, то это вообще зашибись. Так, ты кого вообще планируешь ловить? Слушай, тебе шапки какие-то нужны на покемонов? Да, у меня вообще столько, что... Я сейчас не знаю, наверное, Сквиртла. Можно пойти поискать. Ага. Сейчас как раз пропишу. Тебе ПК случайно не нужен или у тебя есть? Не, я уже украл. Понятно. Так, ой. Точно? Да, не нужен. Ой. Кстати, поехали. Еще можно найти. Так, тебе Сквиртла же лучше на этих, на берегах. Ну да. Песчаных. Или нет? Я не помню. Ну, в общем, воды. Возле воды, в общем. А вот эта хрень, как бы, ща. Как это называется? Ну, покелут. Оно как бы заспавнилось заново на территории или нужно исследовать? Да, оно рандомно по всей карте разбросано. Мы так, если не ошибаюсь, уже находили один с Лёшей видео. Ну, с Лёшей тоже администратор. То бишь, как бы карта как это можно сказать? Переспавнилась? Перегенерировалась, да. Да. Ага. Ну, просто добавил... Ува, там босс. Угу. Его уже бьют. Ты знаешь, кто его бьет? Кто? А. Вот это кидалово. Он ПВП выключен? Да. Ай. Боже, как же я расстроен. Вот это подстава. Он знал, что мы здесь будем, он точно знал это. А тут вообще как, мю спавнится, нет? О, там, сейчас, пойдем сюда. Слушай, что это на карте такое? Где? Ты не видишь этого на карте? Нет. Но я вижу покемона босса. У меня на карте так показывается, он тупо огромный, жирный такой. Сейчас, секундочку. Че, продолжаем? Да. Так, о, кстати, Пикачу босс. Так ты видишь, как он на карте показывается, жирный такой, оранжево-зеленой точкой? Ну просто у тебя по кирадаре прописано, что... А, точно, так убивай, чего ты ждешь? А, ну да. Это желтый, это самый последний босс, самый мощный. 111 уровень, ни хрена себе. Кстати, ты зря против него летающего поставил, огненного. По нему очень хорошо. У меня все мертвые почти что, поэтому... Райкваз. Да нет. Хотя он фиг его знает. Сейчас попробуем. Ну, в общем, старайся. Так. Слушай, ну, я думал, это НЛО на карте на самом деле. Страшно. Чего выпало? Ну. Убил? Да. Ну что? Что-то полезное есть? Да, пару всяких покеболов там такое. Понятно. Чего интересного? Да. Так, терен. Слушай, у тебя этот лунный камень эволюции есть? Штук 6-7 даже. Да ладно. Ну, да ты меняешь мне на мастербол один? Давай. Да, он... Так, стой, развернись. Так, на вот. Во. А, ну, в принципе, ладно. Так, сейчас мой дом как раз где-то тут рядом. Да, вот тут рядом, побежали. Да пропиши хоум, а потом калом ко мне пропишешь. Ну да. Хоум. Пиши. Ты должен писать. А, я должен тебе кал. Хорошо. Оба. Двое. Ого! О, ничего себе. А ты только ультраболы крафтишь, да? Угу. А ты тут?
Ты у меня Да. что-то невидимый. А, все, появился. Я не видимо, просто там, короче, есть свой язык в этом Да кале. я всегда только ультраболы крафтил. Не вижу смысла крафтить остальные. Согласен. Так, Так. лунный камень, лунный Неплохо у тебя камень. сундук, наковальня есть, все у тебя есть. Во, на, держи. Давай. Во, спасибо. Давай, ешь. Во, сейчас у меня будет большая нидорина. Нидоквин, вроде. Да, нидоквин. Ну сейчас просто на Enormous, это как бы самый большой размер в игре, и сейчас будет, по идее, очень довольно-таки большой покемон. Она еще и бегать начала, ужас. Ого! Где она? Посмотри на нее! Я не вижу. Она чуть не Вот, вот, вот. Ни хрена. Это 24 уровень. О! Здоровило. Что с ней будет дальше? Ну все, это. А ну, дай на себя за. О! Как оно смотрится со стороны. А, у меня одна голова торчит, да, с нее. Ща я проверю, я тут такую фигню сделал. А ну, а ну, а ну. Опа. Куда? 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 Да, куда? Не, ничего не. Да ща, пойдем на вход в дом. Ага. Что тут редстоун схемы, там все дела? Да не, вообще ничего. Редстоуна вообще нету. О, смотрите, тут подарки оставляют. Ага, во. Кидаешь туда типа. А ну, а ну, а ну, а ну. Давай. Опа. Ну, оно потом там в сундук. А-а-а, о-о-о. А я туда не смогу просочиться, нет? Не-не-не, как раз нет. Блин, как обидно. Да не, мне просто игроки так помогают, знаешь, строить замок, поэтому. А ты замок строишь? Ну, город свой. Сейчас тогда пойдем покажу. Давай, так. А, кстати, у меня тут еще один новый под. Два новых подарка. Нихрена себе. Мастербол, алмазный топор, 38 золотых яблочек. Нифига себе. Не слипнется? Да мне как раз конфетки подарили, рар кенди. Смотри, кстати, ты же когда в бою там с покемонами, ты зельями пользуешься, нет? Да не, что-то я всегда забываю. Ну ладно, ладно. Так, куда бы... Сейчас я это все в сундук положу. Да я смотрю, у тебя тут прямо минное поле из сундуков, подарков. Ну да. Классно тебе. Так, вот тут у меня все. Вот, вот теперь я завидую, ну конечно. О, тут босс, тут босс. Все, я не завидую. Я не завидую, я не завидую. Тут два босса. Нифига себе. У меня 7 мастерболов уже. Вот жесть. Будешь идти босса убивать? Тут два босса. Да-да-да, сейчас, все это... Все, бегу, бегу, бегу. А где ты? Сейчас, в общем, я одного по шурику убью и тпхну тебя. Угу. Ну прямо за твоего дома там спуска с горы, посмотри. Угу. Ща бегу. Две красные точки. Направо? От твоего дома, если смотреть... Если повернуться попой к твоему входу, то налево. Ага. Такая... Так, 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 так. Видишь, нет? Да, бегу уже. Там есть красная корова и зеленая что-то непонятное. Вот красную корову, бей красную корову, она уровнем выше должна быть, прокачаешься. Да, да, вижу, вижу. О. Так. Кстати, тут часто спавнятся легендарные покемоны, нет? Не знаешь? О! Ты, короче, баба. Как это понимать? Ты баба Ванга или кто там? Так, подожди. Так, Рейкваза, Рейкваза. Да ну нафиг. Какая жирная корова! Ну, 96. Я, короче, Пикачу 111 уровню и то больше сносил, чем ей. Ну да. Корова она такая. Ее вообще, если честно, самое сложное убить. Корову? Угу. А она просто нормальная, по ней, если не ошибаюсь, 100 рекорда вспомнился на спавне. А, конечно. Угу. Я, ну я, конечно, бы повелся. Но я взрослый и не ведусь на такие разводы. Эта корова просто, знаешь, имеет такой... скилл. Вот твой убила. Вот зараза. Она хиляется каждый раз почти. А, да, 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 да. Это же милтанк, да, у него же там есть. Нет, блин, у нас. Не знаю. Ну когда еще как покемон пытаешься ее использовать, то она очень слабенькая, я тебе скажу. Ну да. Тогда на босс она просто неимоверная. Надо же спавну убегать. По поводу легендарных покемонов, я, если честно, уже находил штук так 10 Райкваз, штук 10 Молтресов. Ни разу не находил Мью, Артикуна. Мью тут вообще у никого нет, вообще никто не имеет.
А, ну Артикун, это же надо просто бегать в этих в горах Экстрим Хиллс биом, знаешь, такой есть там, типа горы со снегом. Да-да. И вот там он Ну спавнится. да, как раз сегодня нашли одного, я видел. Но по поводу Мью вообще никто вроде не находил. А Мью же в джунглях. Ну. Ух ты. В джунглях, то есть там одни просто писали, что там обязательное условие, что оно будет, ну, Мью будет спавниться возле какого-то храма должен в джунглях. Да нет. Некоторые пишут, что просто в джунглях, ну то есть не пойми. В джунглях? Ну да, на джунглях надо бегать. Просто то, что знаешь, куча людей еще ни разу не заспавнился Мью. А вот это проблема в том, что куча людей, понимаешь? Вот, когда куча людей, то есть ты не знаешь, возле кого, ну, легендарный заспавнится. Если бы ты был один, ты бы просто стоял в джунглях, оно бы рано или поздно заспавнился, правильно? Ну да. Ну а так? Да что такое? Этот милтанк сдуреть можно. Что, наваливает? Да из боя, знаешь, уйти нельзя. И он меня чё-то не бьет. Во, наконец-то убил. И он меня не бьет, я его бью, он еще и хилится. Сдуреть. Что-то выпало полезное, не? Да я еще не убил. А, так он тебя убил? Или... Ну еще нет, но почти. Я понял. Он силен. Еще и шайни. Кого я там нашел? Шайни. Гравлер. Да, до Гравлера тут каждый день я нахожу по штук 20. Вот как это? Хорси, потом... Следующая эволюция Хорси. Сидра. Сидра, да. Во. Конченый милтанк. Я его почти убил, он себе всю жизнь отхилил. Я его уже полчаса бил. А, еще отхилился. Кстати, по нему очень хорошо каменные, кажется, или земляные идут. Если есть, то бей. Ну, я как раз бью. Големом. Да убей ты уже покемонов, пойду вылечу Райквазу и забабахаю тебя. У тебя одна Райкваза или несколько? Одна. Да я... зачем мне еще ловить? Ну там... мастер Райкваза, не знаю. Да я если нахожу, то другим как бы. ТПшится, я им даю. А, так вот за что они тебе подарки оставляют. Понятненько. Так. Боже мой, все разграбили, зашел в какую-то деревню. Ничего не осталось, только жителей оставили. Так же, как и с покецентрами. Не, на самом деле покецентры еще есть на карте живые, я сам видел. Тут люди типа умные, знаешь, Ой, меня что-то залагало. Они их приватят и просто там делают себе дом и все. Да ну не все, не все. Это кто там? Это у меня глючит или там снизу Ивизавр был? Ивизавр? Да. А, это возможно... не знаю. Ну он, короче, там стоял и пропал. Или, может, а, ну это возможно просто баг, что я там был в том регионе, а потом на спаун тпхнулся. Может там еще моих покемонов показывает. Если ты сейчас увеличишься, милтанк. У него уже красный, знаешь, показывает. Ты твою мать. Увеличился. Слушай, тебе Оникс не нужен? Не-не-не, пока что нет. Я так думаю, сейчас тпшнешься ко мне, постоишь тут рядом с милтанком, чтобы он не пропал, я пойду увеличусь. Хорошо, я вот калошу прописал, как сможешь, прими. Ага. О, конченый милтанк. Он и меня не убивает, что-то ждет, а... А он же когда лечится, если я не ошибаюсь, у него он там несколько ходов не может атаковать. Да? Ну, по крайней мере, я не знаю, какой он просто этой способностью лечится. Я знаю способность REST, она полностью всю жизнь восстанавливает. Так она два хода просто усыпляет покемона, который лечился. Да так и всю жизнь можно с этим милтанком биться. Не, ну там же не вечная эта способность, а там сколько-то раз, лишь 10 раз, кажется, можно ее использовать. Сейчас увеличусь. Убил. О, боже. О, эволюционирует Лайрон. О, охренеть. О, сейчас будет Агрон. Агрон, да. И, кстати, он у меня в Шайни. О, вот кого ты еще Шайни поймал. Да. Ну и ладно. Прикинь, за этого милтанка дала 22 тысячи опыта. Ни хрена себе. Ого. Агрон. Не слабо. Во, красавец. Чё, ещё кто-то его... Не-не, это чё-то ключит. Тебе тыквы не нужны? Не. А чё, их на голову одеть можно? Это же Майнкрафт. А, ну, чё-то зависло. Да? Угу, чё. Агрон чё-то завис. А, всё. А, ну растягивается просто долго. Угу. Ты держишь. Ой! Резко. А зачем? Ты же убил уже ее. О, смотри, ух ты. Боец такой.
Чё он такой маленький? Да фиг его знает. Размер. Карликовый? Блин. Ну да. Карликовый. А у меня, смотри, кабася такая. Так. Хероша у нее. Вот конченый милтанк, убил всех моих покемонов. Он сильный. Могучий. А, сейчас вылечимся. Тут в горах много очень покемонов спавнится, тут надо их искать. Зачем? Я поэтому себе и дом тут сделал в горе, на горе. А, вот оно что. Может, так ты уже все эти фишки Пиксельмона знаешь? Ну да. О, тут еще один Оникс. Кстати, вот это Энормус Оникс, он очень большой будет. О, Чермелион. Не нужен? Не. 34 уровень. Как по мне, намного сильнее огненный покемон коровка вот эта вот. Камерап. А? Ну у него просто каменные атаки. Да что такое, нападают все. У него просто еще каменные атаки есть, они очень сильно помогают. Mm-hmm. А вот тут только огненные дракони. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Что-то пока я боссов не вижу со твоего дома. Да я тоже. Перебили. Ой. Фух, в воду. Изумруды можно продавать? Нет, нельзя вроде. Или можно? Я уже поставил НПС, а уже можно. Только он спрятан. Это же шахтер же НПС, он должен быть в шахте. Возле спавна. Ну, как тебе объяснить? Просили поставить НПС, который будет продавать там, ну, точнее, скупать там уголь, железо, ага, все остальное, понял? Но мы его поставили, да. Шани, только... Шани, секунду, Шани. Кто? Угадай с одного раза. А, Джадут? Наверное. Он просто, знаешь, на карте его не показывает, наверное, он все-таки под землей. Ты туда не пиши, не пиши, Кал, не пиши, не надо. Нет. Ну! У меня как раз лопаты нету, нифига нету. Блин, туда пиши, Калладо, тебе лопату отдам. Ща, может успею. Я уже дома. А. Так. Где у меня кирка? Во, кирка. Так, что-то как-то... Короче. Не могу найти. Ты часто видишь Иви, нет? Еще ни разу не находил. Блин, да что ты такое тоже? Один раз нашел, так она 20 покеболов съела и не поймалась. Во. Иви самый бесячий покемон. Такое что-то, да. Бежал, случайно попал, блин, ну, в одиночке, в Чикариту, случайно попал обычным покеболом, поймалась. А в эту 20. Ужас. Ну, я тоже помню. Нет, это не он. Гиперактивная Иви. Да. Я помню у себя, как как-то находил 3 или 4 Иви, знаешь, они спавнятся всегда почти что рядом. Ну, да. На одну потратил штук 20, на вторую 20, на третью там 2 потратил и убил. Психанул. Ну. Я потом всех поубивал, и когда их вижу, убиваю сразу. О, Джо. Мстишь? Ну да. Я, короче, убиваю этого Джо Дуда, Шайни. Правильно. Что-то только они тут спавнятся. Ну да, в горах. Ну лучше бы Оникс Шайни заспавнился. Он такой. Да вообще любой другой. Коричневый такой. Конечно, не очень приятно выглядит. Похоже на что-то плохое. Убил, короче, его. А чё по поводу шахтеров? Это как бы НПС спавнится в шахтах, да? Не, он не спавнится. Мы его поставили возле спавна, мы красиво обустроили шахту. Ага. Там скрытый вход, то есть. И в нем стоит НПС шахтер, который скупает все эти вещи. Ну, логично, он шахтер, он скупает. Угу. Он в шахте. А за закойны, да? Там бронзовый? Да, закойны. Получается бронз, ой, этот металл он скупает за бронзу, золото там уже почти за серебро, потом уголь, алмаз, также камень скупает только стаками, понял? Угу. Ну так отлично. Оп. Да. Там можно будет. Ну тут кто любит покопать, там разживется. О, бабочка, винонат. Виномот. Ну что, в принципе, думаю, на этом уже можно закончить. Да, конечно. Серия не знаю сколько идет, уже долго. Да. В принципе, потом можно еще пару серий снять. Не вопрос. Так, а, давай, свою конечную фразу. Что? Задрали, знаешь, когда покемоны спавнятся, они, ну, покемоны-боссы, да они, короче, просто копают вниз так. Копают вниз, чтобы добраться там до Жеодуда в шахте, знаешь? Да. И вот и дырки за собой не закрывают. И вот так человек бежит. И плюх в дырку, я уже так не знаю, сколько раз умирал. Ну все, в принципе, да, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылка на Саню будет в описании, и всем спасибо.